Мы продолжаем освещать наиболее интересные моменты форума Retail Tech. Друзья, и сейчас мы просто на гребне IT-волны. Здравствуйте, давайте знакомиться. Добрый день, меня зовут Дмитрий, я являюсь основателем компании SPI «Свежий ветер». Мы являемся официальными дистрибьюторами компании «Puder Robotics» на территории России. Более года мы занимаемся в партнерстве с «Puder Robotics» и уже осваиваем наш рынок в ряде современных технологий, именно в сервисных роботах. Нашу продукцию можно разделить на три категории. Это роботы-промоутеры, которые сегодня здесь представлены, роботы-дезинфекторы, что очень актуально в нынешнее время, и роботы-официанты, которые можно уже встретить в ряд кафе как в городе Москве, так и на территории России, потому что наше представительство уже работает и в Казани, и в городе Сочи. Да, сфера хорики было очень интересно. Сегодня нас пригласили на выставку, посвященную теме ритейла. Что можно сказать? Компания «Puder Robotics» представлена более чем в 80 странах мира. И мы видим, что данные роботы уже набирают популярность именно в ритейле. Работают промоутерами, работают как дополнительная полка при кассе. То есть мы понимаем, что время диджитал пришло, у нас уже есть готовое решение, да, готовые кейсы, которые используются в ряде стран в больших супермаркетах. Хочется от себя сразу добавить, как только вы пришли со своими прекрасными друзьями, я тут же узнал именно вот этого котенка, потому что мои дети, как только его увидели в одном из больших торговых центров... Это наш хит, детские, семейные кафе направленности. Это наши были как раз первые клиенты, когда мы заходили на рынок. Это замечательно, потому что не хочу говорить, что это было за кафе, это абсолютно не важно, потому что кафе специально выбиралось, чтобы там было максимально интересно для детей, там были какие-то монстры, какие-то суперперсонажи, но при этом было забыто все тут же, как только мимо нас один раз проехал этот кот, и потом мы весь вечер только следили за его передвижениями, и это, конечно, завораживает детей в частности, а взрослые тоже радуются, когда рядом проезжает такой котенок. Да, здесь я хочу тоже от себя добавить, когда мы беседуем с собственниками магазина, кафе, любого заведения, в нашей продукции есть как финансовая составляющая в плане, да, там экономии фонда заработной платы и так далее, обучение новых сотрудников. Ну и, конечно же, сильнейшая маркетинговая составляющая, что дает иногда огромный прирост именно новых посетителей, удержание старых посетителей. Что все хотят? Это больше клиентов. Наша продукция уже, как говорю, это готовые инструменты. Время внедрения занимает порядка одного дня. Мы прописываем кейс, прописываем сценарий, и наш технический персонал интегрирует робота на любую локацию в течение дня. То есть завтра вы получаете готовое решение, не требующее зарплат, отпусков и так далее, как мы и говорим. Всегда готов, всегда приветлив повысить ваш заработок в любом направлении вашего бизнеса. С утра зарядил, обеда не нужно, в декрет не уйдет. Я даже добавлю следующую. Данная модель снабжена дополнительным аккумулятором, работает 24/7. Поменяли аккумулятор и все. А здесь бесконтактная зарядная станция. Робот чувствует, когда уже разряжается, сам подъезжает, заряжается и готов дальше выполнять задачи. Замечательно. Удачи вам. Надеюсь, что все больше таких решений будут приносить в нашу жизнь удобства. И мы уже будем жить как в фантастических фильмах, при этом чувствуя себя людьми, которые занимаются только творческими процессами, а все остальное... Как в старой детской песне. Пахнет робот, а не человек. Себя лично еще хочу добавить следующее, что в нашей компании можете приобрести нашу продукцию, как и в рассрочку. Мы разработали специальную финансовую программу от нашей компании, так и общепринятой в лизинговой схеме. У нас более 10 партнеров лизинговых компаний. Будем рады вашим заявкам. Отлично, пожелаем вам удачи на нашем форуме и надеюсь, что везде скоро будут такие потрясающие помощники. Спасибо огромное. До новых встреч.